Торжественный вечер открыл генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый. Сегодня «Беларуськалий» является флагманом калийной промышленности и под полными парусами бороздит просторы не только Республики Беларусь, но и всей калийной промышленности. Все это благодаря нашей сплоченной, слаженной работе, благодаря вашему труду. Цветы и подарки, слова благодарности за преданность профессии и высокие достижения в труде. Со сцены чествовали ветеранов труда, победители конкурсов профессионального мастерства Центральной лаборатории отдела технического контроля и трудовые династии «Беларуськалия». Имя – важнейшая и обширнейшая область естествознания, границы которой весьма расплывчаты и с биологией, и с физикой. Химия – это волшебство, а химики – это волшебники. Мы благодарим их за творческий подход, за профессионализм, за успехи. Лучшие работники предприятия были отмечены и грамотами Солигорского райисполкома, которые им вручила председатель Солигорского районного совета депутатов Алла Калеева. В день химика я хочу пожелать вам, чтобы вашим предприятием всегда руководили грамотные, надежные руководители, такие как сейчас, которые всегда бы вели ваше предприятие к процветанию и благополучию. Ну и, конечно же, я хочу вам пожелать мира и добра в ваших семьях. Зинаида Лещук сейчас уже находится на заслуженном отдыхе. С 1969 по 2006 годы она работала аппаратчиком сгустителей, мастером отделения сгущения. За добросовестный труд женщина неоднократно награждалась почетными грамотами, была удостоена звания «Заслуженный ветеран труда», а ее имя было занесено в книгу почета предприятия. И мне хотелось вот именно в этот город. Я выбрала эту профессию. Профессия моя, мне очень нравится. Я всю жизнь отдала этой профессии. Автоматизация хорошая, все пришла. Ну, я уже рассказывала детям, что хорошо, мне нравится. И их так настраивала. К большой радости Зинаиды Лещук ее сыновья продолжили дело династии. Юрий работает на СОВ электрослесарем, а Игорь – начальником производственного участка одной из обогатительных фабрик. «Беларуськалий» развивается, и это видно по улицам города, по предприятиям. Они становятся все лучше и лучше. Не покладая рук, работают, стараются. И видно это по результатам. Анатолий Крегер – достойный представитель династии химиков. В обществе он трудится с 1993 года. И за отличную работу не раз был поощрен денежными премиями, а также благодарностью Солигорского райисполкома. Мы с супругой познакомились на «Беларуськалии», поженились, родилось двое детей. Старший сын уже работает тоже у нас на предприятии. Условия созданы для работы достойные, достойная зарплата. Улыбки, аплодисменты и даже танцы. Концертная программа мероприятия была по-настоящему яркой. Весь вечер приглашенных гостей и жителей города радовал богатым и неповторимым звучанием президентский оркестр Республики Беларусь под управлением гениального дирижера Виктора Бабарикина. Заслуженный коллектив страны славится великолепным исполнением классики всех эпох и стилей, а также эстрадных композиций. В программу концерта вошли и любимые хиты звезд белорусской эстрады Владимира Громова и Ивана Вабищевича, которые зрители встречали бурными овациями. Значит, рядом с тобой чужой.